Сегодня 23 февраля. Нас пригласили сами с усами в гости. Пойдем посмотрим, как ждут нас детки, как они будут поздравлять мужчин, как будут их поздравлять. Ох, свет плохой, темный. Праздник. Сегодня у нас сами с усами. Да? На котором желают счастья, благополучия, денег. Нас пригласили, как вы знаете. Это день. Общаться. День силы. День. В основном, конечно, мои карахисты. Настоящих мужчин. Правда? Сейчас наши киндерята будут показывать свою удаль молодецкую. Сейчас посмотрим, какие они закаленные, сильные и мощные. Снова. Ребят, одна просьба достанется каждому. Не будем вперед брать, ладно? Давайте. Ребята, настоящие солдаты умеют не только воевать, но и танцевать. Будем танцевать. Чё, Илья, руки не поднимаются? Сейчас будут детишки учиться делать свой обед. Будут снабжать их салатом, сыром, колбаской, огурчиками, перчиком и печеньем. Настенька, поздравь, пожалуйста, мужчин и защитников. Поздравляю! Я поздравляю всех с 23 февраля. Мужчины, вы должны быть самыми сильными и добрыми и защищать нашу Родину. Молодец. Кто следующий? Вера. Соня, я. Ближе двигайся, Вера. Поздравь. Желаю всем поздравляю. Поздравляю всех 23 февраля. День защитника Отечества. Молодец. Кто еще девочки будет поздравлять? Соня. То есть Соня, давай. Стесняетесь? Максимка, поздравляй. Поздравляю всех 23 февраля. Желаю здоровья и счастья. Чтоб когда выросли, на войне все закончилось благополучно. То есть война все-таки будет? Нет. Не будет. Бывает. Бывает в этой жизни. Мирослав, поздравь. С 23 февраля желаю всех удачи на войне, чтобы защитить всю Родину от всех врагов и был лучший день на войне. О, опять на войне. Дети что-то чувствуют, о чем мы с вами не знаем. Шамиль, поздравляй. Поздравляю всех с Днем защитника Отечества. Хочу, чтобы вы были сильными, защищали нашу Родину. И было у вас все хорошо. У вас? А у вас? И у нас тоже. И у нас тоже. Следующий. Поздравляю всех мужчин и подрастающих мужчин с 23 февраля. Хорошо. Желаю всем силы и добра. Очень хорошее поздравление. Кто еще? Застеснялись. Будущие солдаты. Ну-ка, Сашка, двигайся давай, Санька. Я не верю вам. Можно? Сейчас, секундочку. Здравствуйте всем. Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Желаю всем здоровья и благополучия, чтобы война никогда не началась. Вот это правильные слова, хорошие. Вот у нас маленький есть поздравляльщик. Не стесняйся, поздравляй. Давай вместе. Давай с мамой. Давай. Здравствуй. Главный праздник мальчиков и пап. Всех военных поздравляет наш веселый
О, похлопали, вот это вот вас поздравили. Учитесь. Марк, а что ты можешь сказать? Как ты можешь поздравить всех-всех-всех? Вот папу, например. Смелее. Я ответил. Ты же каратист, каратисты ничего не боятся. Что ж ты так перед камерой затроил-то? Ты что, Дофина? Поздравляю. Давай вас с Днем Защитника Отечества. Вот, хорошо. Желаю, чтобы у вас было все хорошо. Все хорошо. Будешь поздравлять? Давай. Сняюсь. Кого? Меня? Себя? Нет. Ну, ты... Тогда и все дружно поздравим. Саша, садитесь. Поздравляю! Давайте все вместе. Поздравляем! 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 Вот так вот ребятишки поздравляют всех мужчин, всех студентов, всех мальчиков, всех будущих защитников, настоящих защитников. Всех с праздником!